Ну вот, все собрались вместе, тесным кругом, да, добро пожаловать еще раз в Канаду, как пока впечатление, второй день? Ну сегодня уже какое-то понимание происходящего. Сколько вы спали? Меньше хочется спать, чем вчера. И во сколько проснулись? 4 утра. Ну так разбудил же, командир. Он не спал потом больше. Он, наверное, хочет в туалет. 10 только уснул. Четыре проснулся, в 10 уснул. Ясно. Ну, дня 3 еще будет командовать. Да, но он сегодня очень такой. This is our board counselor. He's our MPP. Ну, привыкайте постепенно, не все сразу. Не, нормально. Я думал, хуже будет. Да не, нормально все. Я думал, он вообще будет спать целый день, а потом ночью вставать такой. На самом деле. Ну, ладно. Что, привык? Отдыхаемся.